ready for them sweeters? Как знают многие, в музыке я с 86-го года. Во-первых, я просто музыкант, начнем с того. Один из неплохих, скажем так, басистов. Кем я только в жизни не был. Был, например, сварщиком, был плотником, был фотографом, студентом, был учебным мастером на кафедре физики. Я, может, завтра в космонавты пойду, или, наоборот, в шахтеры. Запросто то, что со мной произошло, то, что я музыкантом стал, это побочный продукт спонтанной жизнедеятельности, вот так. Почему именно черный обелиск? Откуда пришло это название? Почему это так? К ремарку это имеет минимум отношения. Черный – это что-то такое черный. Вязкое такое, вот, а обелиск это что-то такое прямое и ровное. Вот, ну и чисто вот по ассоциативным связям музыка такая же, короче. Вот поэтому и название такое. Вот, значит, вот здесь. Лежит Митя, очень хороший гитарист. Владимир Ермаков, наш барабанщик. Барабанщик роскошный, просто я считаю, что лучший просто в Союзе. Устали, во-первых, устали от концертов. То есть концертов было такое количество, что... Вот, и во-вторых, все члены коллектива доблестного устали от моего пьянства, беспробудного совершенно. Что настроение? Джин-тоника хочется. Что? Так, может, до концерта хотелось? Не, а до концерта сумелось, успелось. Конечно, большая новость. Ну, можно так сказать, что дошел ли до самого донышка. Но то, что это были тяжелые наркотики, кокаин, героин, метадон, это... Понятно, то, что я вышел и вышел раз и навсегда, это тоже понятно, потому что ну, там можно либо там остаться, либо выйти тоже, опять же, навсегда. Навсегда. Я просто жил и был доволен собой. Подружек многих имена. Забывал, легко встречал я день любой. И так же просто засыпал. То ты, где я могу тебя найти? В каком краю? Для посторонних людей это вот человек, который вот такой добрый, идущий на контакт, харизматический там, и так далее. А для близких он иногда вот грустный и иногда, часто подавленный. Просто ему, видимо, в чем-то было тесно. Хотел радости постоянно. Вот, он сразу нового человека захватывал своим обаянием. Его все очень как бы любили, и всегда люди вместе с ним, коллеги, музыканты, все чувствовали себя достаточно комфортно. Хороший кругозор у него был, начитанный, в общем, интересный человек во всех отношениях, стремясь, значит, обрести какую-то радость, при этом что-то глубокое, видимо, может быть, терял. Вот, потому что все постоянно находился в поиске. Как-то вот прям все его захватывало. Все, что касалось творчества, такого, так сказать, полета мыслей, там, он очень любил. Являясь человеком, так сказать, лидером группы,
был еще одним из лучших, наверное, на то время басистов. То есть это человек, который стоял у истоков в нашей стране, вот это, именно этой тяжелой музыки. Человек там огромной трудоспособности и такого ровного характера, скажем так. Сложный человек был, вот такой разный он был всегда. Был, ну, шебутной, конечно, товарищ, не без этого. Вот, да и все хороши были в то время, наверное. Для него близким по духу, наверное, был Джим Моррисон. То есть, когда он посмотрел фильм Оливера Стоуна «Дорс», в 92-м году был, он очень как проникся. Может быть, он как-то к себе это приложил, примерил. При, скажем, мощнейшей харизме, при мощном стремлении к лидерству, человек такой большой ребенок. Я думаю, что у любого человека можно найти какие-то предсказания в свою сторону. То есть, когда его не станет, их можно найти. Вот где-то он так сказал, там где-то эдак. То есть, мы в зоопарке можем сказать, а вот, блин, я завтра там, то есть, 5-10, не дай бог, да? В последнее время он понимал, что остановиться не может, как-то эту круговерть, так она все затягивает. Вот это его состояние, двойственность такое, оно его больше всего, мне кажется, тяготило. То есть, с одной стороны, он все прекрасно понимал, но сделать с этим было очень сложно, потому что среда такая, обитание немножко менялось. То есть, все эти перестройки, что-то там, кризис среднего возраста, что называется такое. Тише, тише, Цезарь. Все в порядке. Может быть, когда-то позже я попытаюсь для себя определить, что он, значит, для меня значил, как я себе его понимаю. Вот, потому что у меня этот процесс не закончен. А я хочу быть как солнце, а на других не похожим. Что надо туда, где не качает, сухо и есть чем дышать. Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти. Пусть время здесь вперед не мчится, ползет. И пусть остаться здесь сложнее, чем уйти. Я все же верю, что мне повезет. Оно и все. Память о прошлом недолговечна порой. Все, что случается, кажется после игрой.